Перерезают красную ленту в честь торжественного открытия представительства Иркутской области в Монголии. Перед учреждением поставлены задачи развивать взаимодействие бизнеса и общественности в сферах промышленности, туризма, медицины, образования и культуры, представлять инвестиционный потенциал Иркутской области. Также в функции представительства входят организационные вопросы проживания российских граждан на территории Монголии. Мы хотим, чтобы оно стало центром притяжения для всех тех, кто хочет совершать поездки как из Монголии в Иркутскую область, так и из Иркутской области, из России в Монголию. Представительство – это тот инструмент, который должен способствовать расширению наших отношений и облегчить организационные вопросы при посещении наших стран. Ранее в Монголии уже было представительство Иркутской области. Оно просуществовало 6 лет, но в 2008 году было закрыто. Я надеюсь, что так называемое второе пришествие иркутского представительства, оно даст новый толчок развитию приграничных межгосударственных отношений. Мы об этом только что говорили на заседании подкомиссии по приграничному сотрудничеству. И вот этот шаг, я еще повторюсь, придаст новый, наверное, или откроет новый этап в нашем активном сотрудничестве. В честь открытия для посетителей представительства экскурсия. К примеру, здесь будет работать зал для встреч и консультаций. Приграничное сотрудничество – основная база сотрудничества наших стран. В этом направлении граждане ощущают немало мелких трудностей административного характера, которые на первый взгляд не столь важны, но в совокупности создают большие преграды. И случается, что желающие посетить какую-либо из стран из-за бюрократических проблем в конце концов отказываются от поездки. Вот в разрешении таких вопросов нахождение пути решения и должно помочь представительство Иркутской области. В начале декабря в представительстве закипит работа. Запланировано проведение форума лесной промышленности. Лесозаготовители России и Монголии смогут значительно расширить список своих контактов и найти новых партнеров. Яна Романова, Энхтувшин, новости.